Ребята, мы вчера в Крым приехали в 3 часа ночи. Сейчас уже вот такое вот время, я его укажу на экране. Если что, мы живем в палатках прямо около моря. И нам тут очень нравится. Я в Крым езжу 8 лет подряд, с 5 лет. Я буду снимать море только чуть позже. Также буду снимать места, в которые мы будем ездить. Обратите внимание на мои волосы, так как я только что недавно купалась, а еще у меня обгорела половина часть лица. Вот видите, красные. Я взяла с собой селфи-палку и очень много вкусняшек, разных жвачек. Вот, допустим, такие чупа-чупс, который очень кислый. У нас ветер и очень жарко. Вот, смотрите, насколько я уже красная. Я пью теплую водичку, так как у нас... как бы вся холодная вода, она нагрелась и стала теплой. Когда мы уже поедем в центр, мы купим холодненькую водичку. Также я куплю слаймы, буду тестить их в своих инстасторис, в своем инстаграм-магазине Фимы Слайм Раша. Вот я пришла на море, тут очень сильный ветер, возможно, меня будет слышно, но я говорю прямо в динамик. Я знаю то, что вам, возможно, не понравится мой влог, но просто многие меня просили, чтобы я сняла влог в Крыму, поэтому вот я снимаю для вас. Я стараюсь как можно... Это чайка. То есть, ребят, я буду стараться снимать для вас этот влог. Также вскоре я буду покупать новую камеру и буду монтировать на компьютере. Я не знаю, когда это будет, наверное, в следующих летних каникулах, так как когда школа, я просто очень сильно занята, нам задают очень много уроков, так что... Там просто орёт чайка, она мне не дает снимать для вас видео, влог. Ребята, мы уже поехали. Вот что я купила, вот такую вот маску, и тут еще слаймы, а также сквиш. Сейчас я гуляю по Крымскому парку, я обожаю это делать, тут очень красиво. Вот. Очень красиво. Ребят, сейчас мы в магазине выбираем всякие там сладости к чаю. Тут, кстати, очень крутые вкусняшки, которых у нас нету. Смотрите, как красиво. Очень красиво, а еще очень красивый закат. Вот, я подошла поближе. Тут просто нереальный вид. Ребята, мы сейчас уже поедем домой. Очень красивый вид. Сейчас только сделаю несколько фоточек в свой инстаграм, также инстасторис. И все. Я купила вот такой вот сквиш. Такую вот жвачку для рук. За 70 рублей. И также вот такой вот слайм. Он прозрачный, он стоит 80 рублей. С такими вот добавками. Сейчас с вами мы откроем только жвачку для рук. А вот этот вот слайм я буду открывать в своих инстасторис в инстаграме. Вообще я не брала с собой штатив, поэтому буду снимать с руки. Вот я открыла эту жвачку для рук, но она очень странная. Здесь вот она засохла. Давайте ее вынем. В общем, давайте ее попробуем растянуть. Ну, как видите, она не тянется практически. Если только быстро тянуть. Рвется. Прям очень жесткая. Я никому не советую покупать вот такую вот жвачку для рук. Во-первых, она очень сильно воняет. О, воздушная резина. Ну да, похоже на резину. Господи, она так воняет. А еще снимать без штатива — это просто ужас. Кстати, она не до конца наполнена. Класс. Ребята, всем привет! И сегодня мы едем на Айпетри, потом мы едем в пещеру. И также не обращайте внимания на мое лицо, потому что оно очень сильно обгорело. И да, в отражении видно, как я снимаю.
побывали на горе Айпетри. Сейчас еще куда-нибудь пойдем. Смотрите. Очень красивый вид. Там просто все видно. Вот все продается разное. Что делать? Всякие там меховые шубы, да, мам? Нет, без рукавки. Вот, мы, кстати, уже кушали. Около моря 32 градуса, а здесь 20-22-25. Да, даже я в кроссовках, а не в шлепках. Также я сделала очень много селфи, выложу в свой инстаграм. Ребят, мы приехали в лес. Вот. Тут плохо видно, но там уже и Петри, и все такое лес. Там видны горы. И мы сейчас с мамой делаем фоточки в инстаграм. Я укажу мамин инстаграм и мой инстаграм. Так что обязательно заходите и подписывайтесь. Люблю вас. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Тут просто очень красивый вид, но просто очень страшно, потому что в любой момент может закружиться голова и все. А так очень красивый вид. Вот, посмотрите. Надо смотреть. Вау, я тоже так хочу, прикольно. Ребята, это очень красиво, но там еще кто-то летит. Ребята, когда мы выезжали уже из горы Айпетри, мы увидели кабана. Ребята, всем привет! Сегодня воскресенье, все очень плохо, ну, по крайней мере, с моим лицом. Просто я, во-первых, очень сильно обгорела и получила ожоги. У меня слазит кожа, и посмотрите, что с моим носом. Он розово-красный, и он очень сильно болит. У меня была такая корка на носу, и я ее случайно отодрала. И теперь у меня очень сильно болит нос. А когда я мажу всякими обезболивающими мазями и пантенолом, то мне очень сильно щипит нос. Это невыносимая боль. Также у меня обветрили губы. И эта губа вздулась. Вот такие вот дела. А завтра мне еще ехать в аквапарк, и я не знаю, что я буду делать, так как я не могу скатываться с горок в бассейн с открытым носом, потому что мне попадает вода, и мне обязательно надо вот так вот затыкать нос, но мне очень больно это делать. Вот, и поэтому я не знаю, что я буду делать, это просто жесть. И, кстати, я играю с вот таким вот покупным слаймом, который стоил 250 рублей. Вот он. И изначально он был очень жестким. Вот я даже вставлю где-то здесь кусочек, где видно, как он сильно рвется. И я его размягчила медом, и он стал довольно-таки... мягким, но он все равно рвется. И сначала в нем были такие джели-кубы, но потом я их разломала, и вот что получилось. Ребят, мы вчера приехали из Крыма домой, вчера ночью. Все хорошо, мы отлично доехали. Кстати, я сейчас играю со слаймом, он Glitter Slime. Вот кто не верит, ее логотип. Слайм стал очень плотным. В общем, вот. В общем, ребята, я надеюсь, что вам понравится этот влог. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!